Всем привет! Тут решил устроить небольшой обзорчик на блютусные наушники. Называются они Urban Ears Platan 2. Нам обещают 30 часов непрерывной музыки. Не знаю, посмотрим, будет ли там 30 часов. А, они в черном цвете. Вообще ни слова по-русски. Дизайнеры у нас в Стокгольме живут. Стокгольм это у нас в Швеции находится. Продукция, естественно, сделана в Китае. Все китайское. Ох, так вот, я их уже вскрыл. Но еще пока не доставал. Давайте попробуем достать. Ох ты мой, они тут как-то жестко закрыты. Ох ты, жопа, а? Все. Еле как достал. Что у нас тут есть? Тут у нас какая-то коробка есть. Это непонятно. Нам эта коробка не нужна. Ууу, даже зум появился какой-то адовый. Так, ладно, что у нас тут есть? Коробка. Внутри ничего ее нет. Внутри этой коробки еще одна коробка. Она белая. Давайте ее посмотрим, что у нас там есть. Пахнет клеем. Странная штука. Потом тут у нас вот такая штуковина, тут кабель для зарядки. Ух, ни хрена себе, он плетеный, смотрите, он плетеный. Прикольно. И вот сами ушки вроде бы. Ну-ка. Интересно. Так, давайте возьму источник звука. Сейчас мы на айфончик их послушаем. Вот они у нас ушки. Прикольно, да? Я думал, тут логотип огромный будет, там Urban Ears, все дела. Так, а как ему управляться? Я вот не в курсе. Давайте на коробке посмотрим, может там хотя бы что-то напишут. Как вообще их включать? Так. Soundplug. Это у нас контроль. Кнобы. Ergonomic Fit. Ну, надо нам рассказывать про эргономик. Пластиковые клипсы, здесь у нас типа металл, вот они сами ушки, давайте, да, на велике катался, порезался, так я их включил, и, та-та-та-та-та, я ничего не понимаю, они включились или нет, давайте на телефоне попробуем поймать это чудо, какая-то хренька, так. Ой, это мне не надо. Мне нужен Bluetooth. Bluetooth я включил. Так, давайте поищем. Их вроде бы включило, я не вижу. Другие устройства. Эй! По-моему, не съевшие. Причем вообще в усмерть. Странно, странно. А я их поймал, ребята. Я их тут видел. Он что-то мне помигал, короче. Вон он мигает. Во. Вот он. Платан 2. Опа. Все, подключено. Что там из мазни у нас есть? Давайте что-нибудь нашинское включим. Цвет настроения черный. Давайте Баламье какой-то включим. Баламьеза. Так, я ее включил. Звук вроде пошел. Сейчас, народ, секунду. Я их попробую хотя бы одеть. Как они будут играть-то? Тут есть левый, типа левый и правый, хотя многим пофигу, ну ладно. А, ну прикольно играют.
Я бы не сказал, чтоб тут прям громкость была такая офигенная. Нет, тут громкости особо я и не слышу. Тут есть, кстати, микрофон. Кнопочкой вот этой мы можем выключить. Точнее, не выключить, а приостановить воспроизведение. О, и включить Siri. Не надо мне Siri, врубай музыку. А в иконке мы можем видеть текущий заряд ушей. Прикольно. Здесь вы не увидите ярких каких-то там логотипов. Они смотрятся как-то ноунеймовские. Но достаточно чистенько сделано. Производитель заверяет, что это 30 часов музыки. Может быть. Но в принципе прикольные. Они достаточно легкие. Вот это, кстати. Это не пластик. Это стальная хрень. Это прикольно. То есть их так не просто сломать. В принципе прикольные ушки. Я их только открыл, мне понравилось. Вполне неплохие уши. Поставляются вот в такой коробке. Комплект, кстати, мы не посмотрели. Давайте посмотрим комплект. В комплекте инструкция. Зарядный кабель. Так, и все, что ли? Хотя на самих наушниках мы видим кабель 3.5 мини-джек, но мы его что-то не видим. Вот такие ушки, они не брендированы почему-то. А, ну вот здесь только Urban Ears написали так скромненько. В принципе, неплохие уши можно брать. Вполне качественные. Они у вас просто так не сломаются. В общем, всем спасибо.